Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Госдолг Кировской области уменьшился на 850 миллионов рублей. Снижение произошло в течение прошлого года. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета Кировской области в 2019-м, который представил Минфин законодательному собранию. Снижение произошло за счет сокращения объема бюджетных кредитов. Долговая нагрузка таким образом составила 72%, снизившись за год на 9%. На начало 2020 года объем госдолга в регионе почти 24,5 миллиарда рублей. А на этот год Кировская область избавлена от необходимости расплачиваться с федеральным бюджетом. Из-за кризиса власти пересмотрели для регионов график платежей, чтобы дать им возможность использовать эти деньги для других целей. Программа «Экономика». Доходы кировчан за год не выросли. По данным Кировстата, реальные доходы жителей Кировской области в первом квартале 2020 года оказались на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2019. По предварительной оценке, без учета инфляции, доходы выросли на 3,5%. В среднем на одного жителя области в месяц приходилось 20 900 рублей. При небольшом сокращении реальных доходов расходы выросли как на покупки, так и на оплату обязательных платежей и взносов. А сбережения на рублевых и валютных счетах в первые три месяца – этого года уменьшились. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк «Хлынов» понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х. А сегодня «Хлынов» помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских, всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 250 23 семерки. А у КБ «Хлынов» лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 71.10, евро стоит 78 рублей 26 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.